Скажи мне, что случилось? Это не моя вина. Прости, ты расстроен. Нет, я не расстроен. Но, к сожалению, теперь расстроены люди куда важнее меня. Только что подтвердили смерть сенатора от Калифорнии Джона Кайла. Джон, поверь мне, я старалась. Этой ночью многое произошло, Джейд. Я знаю. Проходите и будьте как дома. Клуб анонимных киллеров. Привет, меня зовут Бен. Привет, Бен. С последнего убийства прошло 294 дня. Надеюсь, это что-то срочное. Я все еще в группе. Не волнуйся, можешь продолжать. Я помогу вам. Надеюсь на это, Джоанна. Сенатор Кай? Значит, они разыграли покушение, чтобы получить голоса? Они из ЦРУ и не должны были убирать меня. Он должен был промахнуться. Тогда кто стрелял в тебя? Есть догадки? Как найти убийцу? Две неудачные попытки завалить сенатора за одну ночь. Какого черта происходит? В комнате с киллерами. Это место для встреч серийных убийц. Что она здесь делает? Стоп, стоп! Я ненавижу задавать вопросы, потому что это означает, что у меня нет ответов. Я буду твоей наставницей. Что ты сказала? Нет, нет, нет! Только не вздумай говорить мне, что этот бред все объясняет. Томми Фленаган. Джессика Альба. Гарри Олдман. Ты знаешь, что делать. Из-за всех этих лишних убийств наша ложь слишком далеко зашла. Мы выбрали наш путь. Это путь анонимных киллеров. Клуб анонимных киллеров. Собрания начинаются 4 июля.